Общественный транспорт, маршрутные такси и автобусы. Для большей части жителей Белгорода-Днестровского это самый доступный и потому основной способ передвижения. На работу и обратно, к рынку, в больницу, на вокзал и другие места. Мы поинтересовались мнением горожан, довольны ли они работой перевозчиков. Для полноты картины пообщались и с водителями, обслуживающими городские маршруты. Как вы сами убедитесь из следующего сюжета, проблем хватает. Есть недовольные пассажиры, но встречаются и позитивно настроенные граждане. Довольны нашим городским транспортом общественным? Я бесплатно езжу, мне все равно. Маршрутчики вам бесплатно, не просят денег? Нет. Дороги плохие в городе, транспорт дорогой. Дорогой. 2 гривны – это дорого? Дорого. Пенсионеры много денег просят. Люди идет, бабушка идет. Нема денег, они требуют. Жалуется народ. Бывает, что вечером нема, утром забито, нема люди. Пенсионеры утром идут, все на работу спешат, а возможности нету. Все бабушки идут на базар, а все на работу. Ждут люди, пешком идут много. Нормально все. Автобус стабильно ходит через каждые 5 минут. Я очень доволен. Спасибо. Я езжу в музыкалку, то есть иногда задерживается на то время, когда он должен приехать. Mm-hmm. И иногда опаздываешь из-за этого. Я ехала вчера, непогано было, я упала. Він, баба, давай гроши. А мене, кажу, да сейчас дам, у меня в руках деньги. Ой, дорога у меня. А мне погано стало с ногою, нога подкосилась. Говорят, до 7 часов они, да? Это, до полшестого. Да, это, конечно, плохо. Ехали в Таврию. Оттуда, значит, стояли уже с сумками, проехало два, второй и первый, видят все пенсионеры, не останавливаются. Не остановились две, шли пустые. Вечером 6:25 отсюда последний. Никого нет, нас уже никто нет, да? Народу вообще. Угу. Общественным транспортом пользуетесь? Да. Да, довольны? Не очень. Не очень, почему? Потому что машины старые, плохо ездят, дороги такие же, поэтому и... Не очень комфортно. Вы каким пользуетесь номером? Я разными. Иногда пятерка, иногда четверка, иногда двойка. Соляра растет. Пенсионеров много. Много? Ну, конечно. Вам выгодно работать? Нет, конечно. Выгодно. Невыгодно работать. Вы собирали работать. На собрание какое-то? Собирали, да. Что решили? Мы говорили, что сделают маршрутное такси. Платное? Ну, да, будем ждать. Сделают, не знаете, сделают. Вы знаете, что это незаконно? Не знаю. Там есть правительство, решают они.